В текущей пятилетке проведена реконструкция технологических установок на «Нафтане». Это один из флагманов белорусской нефтепереработки. Как и на другие, вы помните, лакомые куски нашей экономики, на него было и сегодня есть много желающих. Но это предприятие для нас стратегическое. Это экспорт, это валютная выручка, вопрос экономической безопасности страны. Поэтому, естественно, сегодня никакой речи не может быть о приватизации данного предприятия. Мы сами находим деньги и последовательно проводим модернизацию с тем, чтобы выйти на самый высокий уровень переработки нефти.